Ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր հերթական անգամ մենք ունենք բարձրաստիճան օտարերկրյա պաշտոնատար անձ, ով այցելել է Հայաստանի Հանրապետություն։ Ի տարբերություն նախորդ այցերի, այս անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարն է։ Ես ձեր թույլտվությամբ մեր խոսքը ռուսերեն կփոխանցեմ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարին։ Уважаемый Сергей Викторович, армянский народ приветствует вас в Армении. Добро пожаловать в Ереван! Уважаемый Сергей Викторович, мы должны сегодня констатировать факт, что группа людей, которые находятся у власти, формально только являются у власти. Они больше не представляют интересы армянского народа и Республики Нагорного Карабаха Артсаха. Российская Федерация была и будет союзником Армении, армянского народа, братской страной. Но одновременно мы все знаем, что последние 4 года эта группа людей, которые находятся в Армении у власти, сделала все возможное, чтобы создать угрозы отношениям России и Армении. Это факт. Мы уверены, что в ближайшее время, как только уже де-юре данная группа лиц больше не будет у власти, эти угрозы будут отменены и исключены. Армения будет страной, сильной страной, находящейся реально гарантом безопасности Арцах, наших братьев и сестер. И это факт! Это факт! Еще раз хотим констатировать факт, что группа лиц, в том числе и находящихся вот там, которые просто представляют свои интересы, а не интересы армянского народа, даже если будут давать разные обещания, готовность подписать разные документы, это все не будет иметь никакой юридической силы. Вообще! Алло! Еще раз приветствую Сергея Викторовича, Уйчекасу, Брусмен Баса Джорджа. Ура!